конечно же, у меня пока что остаются призрачные шансы на титул, но это лишь такие математические шансы. Моя главная цель на Феррари в финале Мундиаля будет побороться именно за мировой титул. Ну а борьба за титул в европейской серии не является нашим приоритетом, учитывая то, что я пропускал первые два этапа нынешнего сезона. Сын знаменитого Клауса Людвига становится бронзовым призером прошедшей гонки. Джон Вартик снова радует бельгийских поклонников. На сей раз он второй. А итальянец Николас Кирра выигрывает в нынешнем сезоне больше, чем из других участников трофеи Пирелли. В защите АМ Серхио Паулет после победы в субботней гонке на сей раз довольствуется бронзой, но это его вполне устраивает. Он зарабатывает очередные важные очки. Руссо Лансард на второй позиции и Юга Делякур выигрывает.